Дорогие телезрители, ассаляму алейкум! Мы рады вас приветствовать, и вы смотрите передачу «По душам». Благо утреннего времени. А почему везде пишут, что надо рано вставать, надо рано ложиться спать и так далее? Насколько это влияет на наше здоровье и самочувствие? Об этом наша сегодняшняя программа. Будьте с нами. Человеческий организм, оказывается, подчиняется определенным биологическим ритмам. Вот иногда говорят, что вот некоторые сорта чая необходимо собирать именно когда солнце светит, или наоборот, когда луна имеет свою активность и так далее. То есть свойства этого чая, он как бы приобретает более богатую окраску. Точно так же в организме человека многие процессы подчинены, скажем так, внешним обстоятельствам. И одно из них – это утреннее время. Давно замечено, что все животные и растения обладают способностью ощущать время, или, как говорят ученые, имеют биологические часы. Ход этих часов тесно связан со сменой дня и ночи, сезонов года и другими внешними стимулами. Например, стрелки биологических часов сообщают растениям, когда им надлежит зацвести, животным приступить к охоте, птицам отправляться в теплые края, а человеку проснуться и не опоздать на работу. Ученые полагают, что человек рождается снабженным биологическими часами. И только по мере становления речи у него появляются вторые психологические часы, позволяющие различать прошлое, настоящее и будущее. Так время обрело характер движения. Когда мы не заняты делом, время как будто бы ползет черепашьим шагом. Но не правда ли, оно неудержимо мчится, когда мы поглощены любимым делом? В благости этому времени суток свидетельствует 67-й аят из Корана Суры Юнус, в котором говорится, что «Он тот, кто сотворил для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее». Нейрофизиологи, психологи и врачи до сих пор исследуют этот вопрос. Почему надо рано ложиться спать, почему рано нужно вставать? И выяснилось, оказывается, что в промежуток с 9 вечера до часу, до 2 часов ночи вырабатывается, оказывается, так называемый гормон роста. Этот гормон отвечает за многие вещи, и вот некоторые из них. Как же все-таки мы отмечаем время? Оказывается, головной мозг за день получает определенные сигналы раздражения. Потом он утомляется, а затем восстанавливается. И так как каждое состояние может отражаться в нашем мозгу, то у него есть все основания, чтобы отличить один момент от другого. Действительно, мозг человека – это чудо природы и милость Аллаха, который способен отражать события, длящиеся от тысячной доли секунды до десятков лет. С 9-10 вечера до часу и 2 ночи происходит самая существенная выработка этого гормона. Когда человек ложится в 2 или в 3 часа ночи, то он не будет чувствовать себя до конца выспавшимся, даже если он проспит до 3 часов следующего дня. Потому что у организма есть свои биологические часы, называемые биоритмами, которые опираются на ритмы природы. Исходя из них, психика и мозг человека лучше всего восстанавливаются примерно с 9 вечера до часа ночи. Изучение тех же биоритмов показывает, что человеческий организм с вечера до полуночи восстанавливается, после полуночи до 3 ночи строится, а затем бодрствует. После 6 утра человеческий организм, можно так сказать, уже не спит. Также замечена такая закономерность, что чем больше мы спим, тем больше хочется спать. Или, например, чем больше мы едим, тем больше хочется употреблять пищу. И наверняка в вашей жизни такое бывало, особенно в выходные и праздничные дни, и думаете, что вот высплюсь я до обеда, очень долго буду спать, наконец-то, да? Но оказывается, долгий сон, он не гарантирует вам хорошее самочувствие. Природный биологический ритм каждого человека бывает разный. И людей поделили, оказывается, на жаворонков и на сов. Жаворонки – это те, которые рано встают и любят с утра работать и рано ложиться спать. А совы, у них вся активность начинается вечером. С чем же это связано? Жаворонок – человек, который склонен просыпаться рано утром и отходить ко сну, как правило, до полуночи. Именно утром с раннего подъема до полудня у жаворонков лучше всего работает голова, больше всего бодрости и энергии.
Наряду с жаворонками существуют, оказывается, совы. Это такие люди, которые предпочитают просыпаться ближе к середине дня или даже позже и засыпать, как правило, после полуночи. Большинство людей современного мира – жаворонки. Однако, если человеку приходится устраиваться на ночную работу, в течение нескольких месяцев его организм перестраивается на режим совы. Точно так же и в обратную сторону. Даже если человек родился совой и всю жизнь жил как сова, при необходимости он всегда может приучить свой организм к режиму жаворонка. Другими словами, можно переучить себя как в ту, так и в другую сторону. Тем не менее, вне зависимости от того, вы жаворонок или сова, есть общие и, скажем так, универсальные для всех законы, для всего человечества, которые так или иначе подчиняют наши биологические ритмы. В качестве примера можно привести такие вещи, как, например, почему после зимы именно приходит весна, а после весны – лето? Почему именно летом мы собираем урожай картошки? Почему ночь сменяется днем и так далее. То есть есть своеобразный круговорот нашей жизни, который хотим мы, не хотим, но он есть. Большинство специалистов считает, что жаворонок ведет более здоровый образ жизни. Это образ жизни более природный, более естественный для человека. На протяжении всей истории человечества, испокон веков, природа приспосабливала человека к дневной жизни. Ночью человеку было незачем проявлять активность. Это могло окончиться для него печально. Ночные хищники или бандиты, которые поджидали путника. С какой стороны ни посмотреть, человек всегда был, есть и остается дневным существом. Тем не менее, исследования показывают, что среди сов много творческих людей. Те, кто привыкли ломать любые стереотипы. Однако те же исследования показывают, что среди успешных и состоявшихся людей больше жаворонков. Ну хорошо, допустим, вы определили, что вы, например, сова, да, то есть вам нравится работать вечером. Неужели нет каких-либо способов перенастроить свой организм, чтобы время от времени вы работали и утром? И наоборот, например, вы жаворонок, но вам срочно нужно что-то сделать и вечером. Неужели нельзя так настроить себя, чтобы поработать вечером? Следующие рекомендации помогут жаворонкам и совам определить или сделать причины для того, чтобы перенастроить себя. Позвоните своему другу или подруге и скажите, что вышлите ему этот документ после 20:00. Поставьте напоминание в сотовом телефоне и время будильника, когда необходимо сделать вечернее задание. Отдохните или поспите после обеда минут 20-30, не более. В те дни, когда вам нужно работать вечером или ночью, передвиньте некоторые физические нагрузки на вечернее время. Попросите своего друга позвонить вам рано утром с просьбой, чтобы вы ему срочно помогли чем-либо. Поставьте время будильника на 15 минут раньше обычного и так каждый день до нужного времени. Организуйте себе бодрое утро с зарядкой и интересными событиями. Готовьте утро с вечера, составьте план завтрашнего дня. Конечно же, вы можете сказать, что ну какая разница, когда спать. Главное, чтобы выспаться и определенное количество часов соблюдать. Но это также можно сравнить, например, с зарядным устройством. К примеру, если вы хотите зарядить сотовый телефон, то есть, например, качественное зарядное устройство и некачественное зарядное устройство. Вы, допустим, когда некачественным заряжаете, зарядка быстро разряжается. Точно так же, когда вы спите именно в то время, когда более ваш организм расположен ко сну, то есть ночью, то ваш сон более качественный. Мы часто слышим, кто рано встает, тому Бог подает, или утро вечером мудренее. Так или иначе, один и тот же человек утром может думать одно, а вечером уже другое. Но в чем же истина? В ночных думах или в дневных размышлениях? А вы как считаете? С вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум.